стороны. И почти все улицы вот эти. Орденоносцев, Весенние. И на Весенней есть, и на Грессовской есть. В общем, везде пострадавших много. В городе я видел, как тут лупили эту бедную Семеновку. Не дай Бог. Летела со всех сторон. Люди, кто где в России, кто в Тамбове, кто куда. Уже мало кто вернется. Кто в Москве. Уже мало кто вернется. Вот у меня внук очутился в Москве с двумя детками. И детей теперь не видишь. Когда приедет, неизвестно. И никто не будет деньги давать на эти восстановления. Ну, там давать. Откуда они их возьмут? Вот такая сила разгромлена всего. Откуда они всем возьмут? Одному дай, другой будет выступать, что не дали. Да. Что там сказать? Не дам это все. А так остальные сидят на мели. Что делать? Сидять выжидают. Кому церковь может помочь? У нас там соседка так вроде церковь обещала окна немножко постеклить, шиферу бы удать. Дадут, не дадут. На Артема он был, и я жил в 7-м доме по Олимпийской раньше. Вот и что 9-го там и донизу дырки. Так и дырки торчат, балконы побитые. Да, кто там ел, никто ничего. Духлый номер. Вон еще набьется. Еще будет. А еще он, кто знает, чем оно закончится. И Синовато, и Иловайск. Бомбять. Там тоже страшно, что творится. И в Донецке продолжение идет, в Луганске. Так что не скоро она еще закончится. Телевизор страшно включать. Да, украинский лучше не включать, а то страшно.